Ну, мы предполагали, что второй матч будет намного сложнее, чем первый. Но все равно я хочу поблагодарить свою команду за игру. То есть владели большим преимуществом, создавали моменты. Достаточно много моментов для забития гола или даже больше. Но такие игры случаются, когда мяч не хочет идти в ворота или немножко нам не хватает еще мастерства. А так, спасибо команде соперников. Они сегодня, так скажем, косми ложились. Вот. Но это не умаляет наших заслуг. То есть мы играли практически правильно. И считаю, что игра нам сегодня давалась. Но опять же, не хватило гола или даже двух.